Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 601. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, измерение которого равны 9 метров, 24 метра и 11 метров. Ну, что такое измерение прямоугольного параллелепипеда? Вот перед нами параллелепипед. Тогда 9 метров – это его длина. 24 метра – это его ширина, и 11 метров – это его высота. То есть это длины ребер, ну, выходящих из одной вершины. Это измерение прямоугольного параллелепипеда. Площадь поверхности складывается из поверхности 6 граней прямоугольного параллелепипеда. Каждая грань прямоугольного параллелепипеда – это прямоугольник. Площадь прямоугольника, мы знаем, это произведение его соседних сторон. Ну и последнее, что следует учитывать при расчете площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, это то, что из шести граней параллелепипеда имеется три пары равных граней. То есть нижняя поверхность, нижний прямоугольник равен верхнему прямоугольнику, передний прямоугольник или передняя грань равна задней грани и равны также левая и правая боковые грани между собой. Поэтому рассчитывать площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда мы будем следующим образом. Площадь нижней грани равна 24 на 9, и таких граней 2, значит 2 умножить на 24 умножить на 9. Это мы учли нижнюю и верхнюю грани. Плюс 2 грани. Передняя и задняя. Площадь равна 11 на 9 метров. И плюс 2 грани. Площадь каждой, это левая и правая боковые грани. Площадь каждой равна 11 умножить на 24. Вот теперь рассчитаем. Ну, 2 на 9, 18, вот так мы сделаем, умножить на 24, плюс второе слагаемое, тоже 2 на 9, умножим 18 на 11, и плюс, ну, 2 умножим на 11, 22, умножить на 24. Зачем мы так сделали, так поступили? Мы немножко упростим вычисление. Мы вот сейчас из первого и второго слагаемого вынесем общий множитель 18. Тогда в скобках у нас останется 24 плюс 11. И плюс 22 умножить на 24 будет 528. Теперь дальше 18 умножить на 35 и плюс 528. Это будет равно 18 на 35 – 630. Итого получаем 1158 квадратных сантиметров. А квадратных метров. Потому что измерения даны у нас в метрах. Ну, теперь осталось только записать ответ. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда равна 1158 квадратным метрам. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.